Привет! Сегодня нам потребуется акварель, любая, которой вы пользуетесь, яркая какая-нибудь, кисточки акварельные, мягенькие такие, хорошие кисточки, акварельная бумага или что-нибудь такое очень плотное, маркеры, вот у меня есть черный, золотой, белый маркер, салфеточки и водичка, как всегда, когда мы работаем акварелью. Начнем мы создавать красивые акварельные заливки. Вот. Значит, у меня кисточка плохо вымыта. Еще раз помоем кисточку. На ней краска осталась. И водой немножко вот так смачиваем наш лист. Акварельный лист достаточно плотный, поэтому он не промокает насквозь. Нам сегодня насквозь и не нужно. Просто хорошенько смачиваем, чтобы хорошо растекалась наша акварель. Смочили в несколько раз, вот так повозили кисточкой по листику. Ну, пока достаточно. Давайте начнем. Берем красивый такой фиолетовый цвет и начнем наши заливки. Можно даже еще ярче. Так. Видите, как красиво растекается тут же это все. Где-нибудь с этой стороны тоже. Если не растекается, то так добавляем водички чуть больше. И везде по листу так немножко разойдемся. Продолжим этот цвет. Какой нам еще? Еще какой-нибудь фиолетовый. Фиолетовых тут много разных, поэтому берем разные оттенки. Создаем себе сразу форму нашей медузы. Такой купол у нее сверху. Ну и снизу, конечно, вот эти ножки уже пошли. Добавляем водички. Это только первая прописка у нас, то есть первый слой. Не волнуйтесь, если недостаточно у вас цвета. Если недостаточно активный, насыщенный цвет, ничего страшного, мы еще добавим. Вот как здесь, например, смотрите, раз, все добавила. Есть. Можно совсем светленьким вот так вот хорошенько сполоснуть кисточку, просто добавить оттенок. Просто для цвета. Где нам еще нужно какой-нибудь такой, не знаю, что это за цвет, такой темно-фиолетовый. Давайте вот тоже туда добавим, сюда куда-нибудь. Ведь он больше к синему, так, под нашим куполом. Вот здесь можно такую синюю заливку сделать. Фиолетовый с синим. Так его и мешаете, синий добавляйте фиолетовый сюда. Ведь такой чернильный красивый цвет. Если не разошелся сам, добавляем водичку к нему. Здесь на ножки пошли тоже эти цвета. Такие волнистые делаем сразу ножки. Так, практически не остается у нас здесь белого, нам он и не нужен. Нам нужно больше яркого-яркого фиолетового цвета. Можно сразу вот так на кисточку набрать цвета. Сейчас мы попробуем акварельный, конечно, не очень удается. И побрызгать. Так вот. Видите, слишком мелкие брызги. Конечно, не то, что я хотела. А если вот так вот? Вот так лучше. Набрали много цвета, водички капельку. И побрызгали. Вот все. На мокрую работу. Видите, как хорошо брызги пошли. На мокрой бумаге они расходятся такими кляксами, на сухой остаются целиком. Так нам и нужно было для разнообразия. Давайте еще добавим вот сюда цвета. Вот здесь нам под купол нашей медузки. Сразу форму, видите, я ее уже придаю, не откладывая на потом. Видим, такие цветовые акценты добавляю.
потемнее где-то. Где-то другого цвета тоже потемнее добавляю. Вот. И сразу вот водичкой подбавила. Совершенно по-другому начал ложиться цвет. Не стесняемся добавлять водичку. Акварель темы хороша вот этими вот красивыми кляксами, необычными разводами. Обвела немножко купол медузки. Здесь, например, не нужна нам четкость, мы наоборот. Вот здесь, видите, все время разбавляя водичкой, я на нет свожу эту кляксу. Так вытерла кисточку об салфеточку и убрала цвет наоборот, когда мне не нужно много. Раз, и убрала. Здесь наоборот. Вот. Так, продлим к низу, например. Так. Я думаю, с первой пропиской мы закончили. Нам нужно немножко подсушить нашу работу, потому что уже все цвета мешаются, а нам нужно насыщать цветом, делать более-более насыщенный такой оттенок. То можно либо подождать, пока высохнет, либо вот пеном дальше подсушить. Обычно. Я брала самый обычный, которым вы сушите волосы. Просто, чтобы ускорить работу. Иначе надо ждать полчаса, пока высохнет. А я люблю работать быстро. Вы можете подождать, если вам не хочется работать феном. Это вот по вашему усмотрению. Теперь уже на высохшую вот работа сухая, цвет будет совершенно по-иному ложиться. Будут такие контрастные оттенки у нас сюда накладываться, не будут смешиваться уже так непроизвольно, они будут смешиваться так, как нам нужно. Мы сами будем направлять их смешение. Где-нибудь поконтрастнее, вот так добавьте себе цвет, и тут же, да, разведите его. Сюда добавьте тоже кляксочку себе. Темно-синий не забудьте вот где-нибудь сюда под купол добавить. Наши медузки. Вот совсем темный сюда, чтобы у нас не одинаковая насыщенность была везде. А разные оттенки сюда добавьте немножко. То есть у нас должно быть светлое и темное в нашей работе. Так мы ее и пишем. Где-то очень темно добавляю, где-то посветлее. Так сразу делаю вот такие вот изогнутые щупальца. Но они будут не очень заметными. Не волнуйтесь, если они очень ровные у вас получаются. Сюда, сюда куда-то такую хорошую кляксочку давайте добавим. Выбыла. Другой фиолетовый. Я работаю, видите, всего там двумя-тремя цветами. Фиолетовый и синий цвет. Сюда что-нибудь такое. Куда-нибудь сюда. Если нужно, смотрите, вот что вам хочется. Можно добавить еще более розового сюда для разнообразия. Просто, чтобы чуть-чуть было больше оттенков. Сейчас его так наберу хорошенько. Вот видите, он почти не отличается от нашего фиолетового, но он создает такую живописность. Красивые цвета. Так вот, добавила ту кляксу сюда немножко и сюда. Можно еще, если хотелось, как я уже брызгала, помните, набрали цвета, взяли капельку воды, вот, и брызнули возле вашей медузы. Можно на медузу, но на медузе почти ничего не видно. Поэтому можно на медузу что-то посинее.
такого брызнуть, чтобы хоть видно было, что вы старались эти брызги создавать. Я думаю, вполне достаточно. Теперь вот тут эта клякса, разве что мне не нравится. Я немножко подотру. Вот. Не бойтесь, если где-то чуть больше, чем вам хотелось. Не страшно, это все вытирается. Все. Теперь опять либо ждем, либо сушим феном, как я это делаю. Работа у нас сухая совершенно. Сейчас мы переходим к самому интересному. Мы будем добавлять нюансы. Цветовые нюансы. Потрогали. Главное, чтобы была сухая. Берем черный маркер. Черным маркером. Так вот. То есть маркер — это не основной наш инструмент. И мы всего лишь подчеркиваем какие-то нужные нам детали. Так, не более того. И давайте сразу линии проведем. Они, раз уж мы уже много красками нарисовали неровных, сейчас можно просто ровные линии, вот такие, к примеру, нарисовать. Вот так. Одну отсюда, другую. Здесь там третью какую-нибудь, вот сюда она пошла. Четвертая сюда пошла. Пятая. Ну, вот что-то. Примерно так. Пока не увлекаемся, посмотрим, чтобы не переборщить. Берем золотой цвет и золотым цветом обводим купол нашей медузы. Золотой он на темных местах, он светлым смотрится, на светлых он смотрится темным. Где еще? Давайте такие прожилочки ей нарисуем на этом куполе, которые к центру у нас сходятся. Вот туда. Тут мы нарисуем. Смотрите, как хорошо горят эти цвета на светлом фоне. Так, вдоль черного я просто веду эту линию. Не перекрывая черный, а возле него, вдоль. Повторяя, дублируя уже имеющуюся у нас линию, чтобы подчеркнуть более ярко ее. Здесь можно без черного уже продлить. Теперь смотрим, где нам еще хочется добавить какую-то линию. Так, так, так. Здесь пока не хочется, можно нарисовать еще сбоку. Помните, мы тут заливали еще одну такую. Видите, у меня очень толстый маркер. Когда нету тонкого, мы рисуем только одним лишь краешком. Так. Здесь не будем очень навязчиво ее, чтобы она у нас не перекрыла вот ту, которая поменьше, медузку. Достаточно, я считаю. И здесь менее навязчивые вот эти вот щупальца ей нарисуем, чтобы она вроде как повторяла вот эту медузу. Главное, видите, я не перебарщиваю, я не везде их рисую. Возьмем белый маркер. У меня вот их два разных, я не знаю, какой лучше получится. Давайте посмотрим. Можно белым маркером нарисовать вот такие кудряшки. Здесь добавить уже каких-то акцентов. Игривость. Если белый не очень берет, можно взять другой белый. Они все по-разному рисуют.
Я иногда начинаю работу, еще не знаю даже какой инструмент. Вот, смотри, как этот сразу зарисовал. Какой инструмент лучше подойдет к той или иной работе. Вот можно какие-то блеклые делать, а какие-то делать яркие. Всегда смотрите, какой инструмент лучше подойдет к той или иной вашей работе. Это можно увидеть только в процессе самой работы, никак иначе. Чтобы не было сплошной одинаковой вот этой вот заливки, я ее немножко разбавляю вот подобными какими-то такими изогнутыми линиями. Как будто там много-много разных кудрявых вот этих вот щупалец, у нее ножек, бахромы какой-то. И это нам создает игривый, интересный узор, который интересно наблюдать, рассматривать. Так работа становится интересна зрителю, когда есть что в ней рассмотреть. Давайте возьмем более блеклый маркер, чтобы у нас были разные оттенки. Этот практически незаметен. Если бы на светлых участках мы им работали, он бы и так не отличался, честно вам скажу, особо от нашего фона. Но он тоже нам помогает делать вот эти полосочки менее навязчивыми. Сюда. Можно даже иногда вот взять вот эти полосочками тоже провести эту линию. Вот здесь мне хочется особенно, чтобы полоска стала очень яркой. Ножки у медузы подчеркну. Это не каждую, не везде, не все. Так вот иногда, чтобы чуть-чуть их запутать, но не перебарщивать. Здесь даже не буду продолжать, здесь, мне кажется, и так хватает. Тут можно как бы так ее закрутить. Сейчас мы подумаем. Сейчас мы об этом подумаем. Тут чуть-чуть побольше хочется вот этих вот нюансов. Хочется так покудрявее сделать немножко ее щупальца, чтобы было больше деталей. И, может быть, даже немножко красочками еще поработаем. Мне кажется, недостаточно кое-где вот темных акцентов. Давайте возьмем еще раз краски. Теперь уже на сухой, почти завершенной работе мы видим, где нам нужно добавить какие-то цветовые нюансы, потому что работа высохла окончательно. И теперь мы видим, где еще что-то можно добавить для нашей композиции. Здесь хочется такую, так завернуть эту шапочку и сделать более темным. Вот этот цвет даже здесь хочется еще утемнить, чтобы вот это вот ее купол стал самым-самым светлым на работе. С фиолетовый, с синим. Видите, я, ну, тут подсказывать даже не нужно, какие цвета, я просто не использую другие, синий или фиолетовый. Какой из них уже не имеет особого значения. И вот здесь я хочу просто со всех сторон немножечко затемнить ее шапочку. Здесь чуть-чуть. Может быть, здесь немножко. Да, чтобы она стала самым-самым светлым пятном. Тут. А под этим светлым пятном у нас шло что-то такое. Тут можно даже немножко черного какого-то добавить такого. Не черный оказался. Вот. Здесь вот что-то такое совсем уж. Потому что, видите, примерно везде у нас одинаковый светлый оттенок. Вот. Где-то хочется его и утемнить. Где-то просто такую теньку. Не бойтесь перекрыть эти ваши маркеры,
Ничего с ними не случается. Вот. Я думаю, стало гораздо лучше, когда у нас появились вот такие цветовые уже акценты. Стало гораздо лучше. Если вам захочется еще добавить несколько брызг там или каких-то разводов, тоже добавляйте. Мне кажется, работа от этого только выиграет. Все, удачи и пока!